Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень красивый праздничный салат «Рождественский венок». Такой оригинальный салатик станет настоящим украшением новогоднего стола. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Берем две крабовые палочки и делим каждую из них на две или на три части. Также нам понадобится небольшой кусочек красного сладкого перца. Из этих продуктов собираем свечи. В кусочки крабовой палочки делаем надрез и вставляем туда небольшой ромбик перца. Оставшийся перец нарезаем мелкими кусочками произвольной формы. С украшениями мы закончили, теперь переходим к приготовлению салата. Крабовые палочки нарезаем мелкими кубиками. Общий вес крабовых палочек 200 граммов. 5 вареных яиц разделяем на желтки и белки. Как варить яйца, чтобы они хорошо чистились, смотрите в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Желтки в этом салате нам не понадобятся, а все белки режем небольшими кубиками. Такими же кубиками нарезаем очищенный от кожицы свежий огурец. Зеленый лук измельчаем ножом. Дальше высыпаем в миску стакан вареного риса. К рису добавляем огурцы, яичные белки, крабовые палочки, перец и соль на свой вкус, 2-3 столовых ложки домашнего майонеза и хорошо перемешиваем. Как сделать майонез дома, можно посмотреть в подсказках или по ссылке в описании под видео. Теперь берем тарелку, ставим посередине широкий стакан и выкладываем вокруг него приготовленный салат. При этом салат слегка уплотняем. Затем стакан немного прокручиваем и вынимаем. Вставляем в салат свечи из крабовых палочек и обсыпаем всю поверхность зеленым луком. А дальше берем веточки укропа и раскладываем их так, чтобы максимально закрыть белые участки. В завершении украшаем получившийся венок консервированной кукурузкой и кусочками красного перца. Можно использовать любые другие яркие продукты. В качестве снега подойдет кокосовая стружка. Вот и все. Вкусный и красивый праздничный салат готов. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.